Жарься, жарься, пирожок. Привет, Мишка, а что ты делаешь? Привет, бычок. Да я пеку пирог для совы. У нее сегодня день рождения. Точно, у совы Дивов сегодня день рождения. Рецепт пирога я записала в ребусах. Так, это что за енот? О, Мишка, это дрозд. И мы в этом слове убираем две последние буквы. А рядом написано «жи». Значит, это дрожжи. Точно, это дрожжи. Так, что дальше? О, муха! Вот она! Стой, моя муха, погоди! Ой! О, попалась! Вот, поймал муху. Я решила не требусь, пока тебя не было. Это будет муха. А, понятно. Ладно, муха, лети. Так, слон! Бычок, подожди. Куда он пошел? Вот бычок, смотри, слон. Так, от слона мы убираем букву Н, а сначала добавляем ма. Получится? Масло. Точно, масло. Ладно, слон, иди ешь, джунгли. Сова, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, медведь, что ты поздравил меня с днем рождения. Сова, а еще я испек для тебя пирог в виде ребуса, пи и рог. Теперь садитесь, я вам всем нарежу. Ура!